Итак, снова БелАЗ, снова карьер, и снова едем на работу. Начало смены. В воздухе дымка какая-то непонятная. Говорят, что-то где-то горит вместе с пылью. Ну, ничего страшного. Мы тут в кабине самоизолированные, так как на дворе коронавирус. Ничего страшного. Все приборы работают. Сегодня работаем на экскаваторе ЭКГ на юге. Сейчас отъедет транспорт, будем пропускать. Поворотик включили, пропустим его, пусть проезжает Урал. И поехали. Москву. Передачка следующая. И на четвертой не спеша. Так. Здесь у нас наверху стоят шагающие экскаваторы. 6-10-кубовый. Делают с крышу. Там он вдали видно роторный. Дорожку тут подсыпали, а там КамАЗ впереди, на чуть-чуть газку, чтобы дать ему выехать. Мы вот тут его где-то пропустим. Опа, видно, едет. Ничего, мы пропустим, мы не спешим. И поехали. Газку, третья. Газку, четвертая. И вот нам уступи дорогу знак. Поворот направо. Начало смены, движения нету. Так, и вот стоит большая троечка, которая делает вскрышу. Будем заезжать на юг. Юг называется, потому что он находится с южной стороны. Все логично. Этот экскаватор на ремонте стоит. Двойка. Спускаемся. Такой вот вид открывается на карьер. Грейдер уже пытается грейдерить дорогу. Это хорошо. Чистило. Ничего себе, я понял, возить мы будем наверх, на подъем. Это не очень хорошо, потому как вон чистилка стоит вверху. Ну, сейчас посмотрим. Может быть и нет, бо мы там такое... А нет, там глина вроде более-менее. Может быть, придется и наверх. Так, грейдерок, грейдерок. Делает нам дорожку. Мастер ему уже указания какие-то дает. Едем дальше. Бульдозера уже едут на работу. Так как пересменка. Этот обычные экскаваторы. Стоят внизу, уже непосредственно берут песок. Руду. Экскаваторы. Привет, привет. Это экскаватор ЭКГ. Делает вскрышу. Там вон пятерочка, тоже добычной. Далековато наверх будет возить, ходок много не получится. Но ничего, бывает и такое. Вот наш экскаватор ЭКГ-29.
Сегодня будем работать на нем. Потом засниму ходарик. Забои по кругу. Работать будем по кругу. Да, по кругу. Не тупичком. Останавливаемся подальше. В зону действия экскаватора. Не заезжаем. Ручничок ставим. Чуть-чуть ждем, чтоб турбинка остыла. И глушим БелАЗик. Потом попозже еще сниму. Пока-пока.